И вот так вот, что в переводе на великий и могучий означает тот же мой Эрл, паника на Фанкатроне, это первая игра, которую мы представляем вашему вниманию. Настоящие ценители Сеги наверняка вспомнят игру Toad Jim and Earl, отличную бродилку. Главные герои этой игры — два подростка, имена которых я уже 100 раз назвал. Данный продукт, понятно, является продолжением Toad Jim and Earl. С тем лишь отличием, что в первой игре два друга должны были улететь с чужой планеты, а теперь вынуждены заставить улететь со своей планеты инопланетян. В общем, сюжет игры сменился на противоположный. Итак, где-то в космических необъятных просторах жила-была себе маленькая веселая планетка под названием Фанкатрон. Планетка была очень такая тихая и мирная, ее обитатели жили счастливы и беззаботно. Вместе со всеми были счастливы и два наших героя, Toad Jim и Earl. Вместе со своими друзьями болтались они по бескрайним просторам Фанкатрона, слушали рэп и хип-хоп и вообще жили в свое удовольствие. И вдруг... Здравствуйте, уважаемые фанкатронцы! Вы смотрите передачу «Фанка Новости». Сегодня утром наша замечательная планета подверглась внезапному нападению со стороны пришельцев с ужасной планеты Земля. Слушай, Джем, а что это за планета такая? Да говорят, живут они там ужасно. Представляешь, такие, как мы с тобой, ходят в жуткие заведения под названием «Школа», и их там заставляют запоминать совершенно ненужную галиматью. Вот так-то. Ой, даже мурашки по коже, Джем. Пришельцы с каждой минутой и все в больших количествах прибывают на наш родной Фанкатрон. На планете настоящая паника. Нужно их остановить. Правительство планеты решило, что эту важную миссию должны выполнить двое самых замечательных подростков. Их имена — Toad Jim и Earl. О, нет! С этого момента заканчивается сладкая жизнь на тихой и уютной планете. Земляне с азартом ринулись на освоение новых, да еще и внеземных пространств. На каждом шагу суматошные туристы, норовящие во что бы то ни стало хоть кого-нибудь сфотографировать, уговаривая при этом сказать «сыр». Трудно сказать, на кого рассчитана туристическая вспышка, но напуганным фанкатронцам она явно не нравится. Тишина и покой, похоже, оставили эту планетку. Голые певцы с картонными коробками вместо трусов сотрясают воздух истошными воплями. Повсюду носятся дамы со сворами собачек, а шахтеры с огромными отбойными лотками вносят свою немалую лепту в эту чудовищную какофонию звуков. А летающие бабки, утки-летчики и дух земной коровы, вселяющийся в каждого зазевавшегося инопланетянина, сведут с ума кого угодно. Кроме того, из-под контроля родителей вырвались тинейджеры Земли и устроили себе грандиозный праздник непослушания. По всему Фанкатрону носятся мальчишки и кидаются бейсбольными мячами, а милые девочки награждают любого коренного жителя планеты смачными пинками. Да и вообще, по совести сказать, хорошими манерами земляне не отличаются. Загадили планету до неузнаваемости. Банки из-под колы, мусорные баки, колеса, шары для боулинга и прочее. Все это валяется на каждом шагу. Наши друзья придумали отличную идею – замариновывать невоспитанных землян в банки, собирать в ракету и отправлять обратно на Землю. Так и сделали. У вас на вооружении банки разных объемов и форм, так что удачи в ловле землян. В общем, игра оригинальная, полна доброго и остроумного юмора. Паника на Фанкатроне – отличный повод посмеяться. И не над кем-нибудь, а над собой. Программисты постарались и показали нас такими, какие мы есть на самом деле. Ну и вдогонку вам коды для этой замечательной игры. Продолжаем мы нашу программу игрой Cool Spot Goes to Hollywood. Крутое пятнышко отправляется в Голливуд. В этой игре вы управляете действиями крутого спота, сообразительного маленького кружочка на протяжении более 10 уровней, где вас ждут бесконечные прыжки, беготня, стрельба, ведь игра построена по стандартной схеме. Прыгай, стреляй, собирай. Эта игра является своеобразным продолжением первой части игры Cool Spot. Если вы помните, просто Cool Spot мы показывали в ранних выпусках бонуса.
Целью игры было освобождение своих собратьев, таких же красных пятнышек. Эта игра особенно должна понравиться тем, кто до сих пор фанатеет от Соника 3D. С названием игра ничего общего практически не имеет. Поход в Голливуд в игре так и не произошел. Опять же, целью игры является освобождение своих друзей, пятнышек. Игра очень усложнилась, но стала и намного интереснее. Как вы помните, первая часть Cool Spot была платформенной, это был единственный недостаток. Как видите, в этой части такого недостатка нет, так что идите, как говорится, на все четыре стороны. И еще. Игра это не на один вечер. За ней вы просидите как минимум неделю, а то и больше. А это как раз то, что надо в зимние каникулы.